лишь во сне вдвоем. Елена Граждан, победительница второго сезона вокального конкурса «Проснись и пой». Заявку на участие подала с целью поработать с именитыми наставниками, а в результате стала звездой проекта. Песня всегда была главным увлечением в ее жизни. Во мне всегда была песня. Да, то есть она всегда жила во мне, и даже когда я не участвовала в никаких конкурсах, когда не работала в музыкальной среде, я всегда думала о песне, всегда пела в душе, иногда даже вот на улице что-то, иду гуляю, да, и пою. Для всех конкурсантов участие в проекте было знаменательным событием. Кто-то участвовал в нем для себя, кто-то хотел улучшить вокальные данные для своей профессиональной деятельности. В любом случае, проект подарил им бесценный опыт выступлений на сцене. Сегодня телеканал ОТВ объявляет о начале третьего сезона полюбившегося многим вокального конкурса «Проснись и пой». Регламент конкурса остается прежним. Любой желающий в группе «Наше утро» на ОТВ ВКонтакте может подать заявку на участие. После слепых прослушиваний наставники проекта, солисты группы «Статус Мэн» Ираклий Нартикашвили и Рустам Зайченко отберут будущих конкурсантов, которым предстоит очное выступление перед членами жюри. Севастопольский вальс. Помнят все моряки, разве можно забыть мне вас, золотые деньки?